Всем привет! С вами Юнис, садоводы! Да, опять садовод. Молодец. И сегодня у нас необычная рубрика. Обычно мы что сажаем? Что обычно мы сажаем? Лимончики, но сейчас не лимончик. Сегодня у нас кактус. Ой, кактус, ну, это оговорка по Фрейду, это алоэ, потому алоэ. Что он относится к семейству кактусовых, вот, алоэ. Это потому что колючий, как кактус, это алоэ. Да, потому что у него есть тоже колючки, и он растет в основном либо на горах, в общем, где мало влаги. Я так думаю, что влагу он впитывает сюда, в листику. Верочка, а ты знаешь, что это полезное растение? Нет. Оно применяется как заживляющее, там есть вещество такое. У меня... И сегодня вот это алоэ грустит, потому что у него мало места, и мы сегодня будем его пересаживать. Много деток. Видишь, сколько комнат? Да, здесь мы... Здесь много комнат. Садить мы его, вот посмотрите. Мы его так попробуем. Вот оно уже отваливается, у него росточки, его надо срочно спасать. Вот корешки его, посмотрите, ему уже места нету никак. Вот. Детки, вот они, детки маленькие, которые выросли. Вот мы достали из горшочка алоэ. Мне кажется, он уже какой-то немножко пропадающий. И сейчас мы попробуем распределять. Аккуратно, очень аккуратно. Сейчас мы откапываем деток. Вот оно. Чтобы никого не повредить. Сейчас землю вот так. Они уже тут срослись. Такие вот одну детку. Подожди, Верочка. Вот одна детка у нас. Смотрите. Ну, корни переплелись. Постараем. Вот, Верочка, подожди. Вот. Вот у нас. Посмотрите. Вот одна детка такая. Сейчас мы ее посадим. Да. Значит, ну вот да. Есть. Нужно обязательно дренаж. Дренаж, да. Алоэ посадим. И чуть-чуть присыпаем землей. Да, прямо так. Вот так. Где наша ложка? Давай. Вот, и присыпаем. У нас тут земля уже с вермикулитом и с этим керамзитом перемешанная. Давай. Вот. Бабуля, зачем ты туда? Это не камни, это керамзит. Вот. Сюда. Ну все, хватит. И немножко сверху. Немножко сверху. И что, насыпает, не остался. Вот, один посадили. Мы сначала все посадим, а потом польем. Смотрите. Аккуратненько пытаемся достать... Другой. Другой. Подожди, не тащи, подожди. Дай мне сюда, нужна помощь. Вот, вытащили. Одну вот детку. Он. Одну детку. Так, ее в первую комнатку. Да, я присыпаю. Ты ее ставишь? Я мама знаю. Что, ты присыпаешь? Хорошо. Так, один алоэ. Еще новые. Да, и вот еще одну детку отсадили. Вот, алоэ надо обязательно от деток пересаживать. Хотя бы раз какое-то время. Так, чуть-чуть утрамбовываем. И один бамбус. Так, давай. И один, еще один бамбус. Значит, мы алоэ не прыскаем листочки, а просто поливаем землю. Вот. Пусть они. Давай теперь других деток, Верочка. Давай я аккуратненько тут трамбовываем. Давай еще аккуратненько. Вообще тут очень много. Вот, смотри, эта детка уже готова. Такая, давай ее сюда. Первую комнатку. Да. А я там комнатку. Мама, это я стесняю. Смотри, я еще одну детку выковырю. Еще одну детку выковырю? Отлично, Верочка, супер. С длинным корнем. С длинным корнем.
Отлично. Так, давай сажай его в домик. Нам нужно будет. Нам нужно будет еще одно, потому что нам не хватит. Нам не хватит этого горшочка для всех наших деток. Аккуратно, Верочка, очень аккуратно. Тут только один корешочек. Вот. Ну ладно, мы его все равно посадим. Ищем. Аккуратно, ладно? Так, это мы посадили. Чуть-чуть утрамбовываем. Это очень красиво. Мама, давай сюда. Сейчас. Мы утрамбовали. Так, давай. Что там еще? Потом польем. Давай вот это сюда. Но все равно мы его посадим, да. Он напустит корни еще. Мам, я хочу эту детку выкурить. Какую эту? Хорошо, сейчас мы выкурим. Вот, у нас этот горшочек уже упакован. Верочка, нам нужна леечка теперь. Сейчас мы все это польем. О, это еще одну детку. Ну давай, это уже в следующий горшок. Мы стараемся не попасть на Оля. Поливаем рядом. Так. Ой, на Оля полили. На Оля полили. На Оля не надо. Помылась. Это ты думаешь, дождик часто бывает, Верочка, в пустыне? Давай освобождаем деток. Одного детку уже освободила. Так, и еще один горшочек. Давай, Верочка, ты ставишь. Первую комнатку. Сейчас, у нас первый пошел. Комнатку. Четыре. Подожди, я еще этот не присыпала. А я тебе помогу. Ты помощница мне. А вот моя выпечка. Ну да, помощница. Вот моя выпечка. Давай, что высыпай вот это. Высыпаем следующий. Камешек. Ну да, там пока. Подожди, корень нарушу. Все, этим достаточно. Так, теперь следующий, давай, детки, бери. Вы столовый. Давай вот это, давай теперь присыпай его. Моя водочка. Высыпать мою водочку. Ух, это убегает от нас. Угу. Смотрите, салют. Давай утрамбовываем. Смотрите, салют. Так, следующий давай детку. Детка пошла, вторая пошла, другая пошла. Давай. Может, тебе пакстик готова? Нет, что-то я ничего не сделала. Вот, еще посадили. Обрела. И еще я набрала. Вот от одного алоэ сколько много деток образовалось. Да, давай еще дед, еще двое деток. Кто? Это офигенно. Ослина? Хорошо, пусть будет ослина. Есть ослина. Где ослина пойдет? Сейчас мы будем поливать, это уже последний у нас. Я последний полезла, устала. Хорошо, мамочка. Конечно. Поливать я буду. Да, сейчас будешь поливать. Еще одна, ну вот это какой-то, она, мне кажется, какая-то пропадающая детка. Немножко пропадающая. Все равно посадим. Такой. Так, все равно посадим. Конечно.
А может, Венера, все, можешь поливать, Верочка. Вот личко. Моя яичка. Да, давай, яичко. Лю-лю-лю-лю-лю. Ну что, вот мы пересадили алоэ. Да. У нас получилось столько много. Да, на свою землю получилось столько много деток. Теперь так, это будет родитель, а это их малышки. Это их малышки, да. Ну все, добрый путь, да. Алоэ. Будем наблюдать и смотреть, как они будут расти. Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, вообще-то их будем поливать. Конечно. И они пересадили. Обязательно их будем поливать, они будут расти большими-большими. И мое алоэ будем поливать. И твое алоэ будем поливать. Ну, всем пока-пока, ставьте лайки. С вами были юные садоводы. Yeah.